Здравствуйте, меня зовут Ян Вайнрух, я директор группы компании «Алегрия». Сегодня хочу поговорить с вами о качестве нашего строительства, а также, что включено в стоимость наших объектов. Наша компания уделяет особое внимание качеству строительства и энергоэффективности. Обязательное условие при строительстве – это утепление стен и межпотолочных перекрытий, также качественные окна с двойным остекленением и с камерой. Солнечные панели. Все это гарантирует снижение последующих расходов на содержание данного жилья. Мы выбираем лучшие отделочные материалы для наших строительных объектов, а также каждый последующий проект всегда думаем, как его улучшить по опыту предыдущих проектов. Сейчас я вам расскажу, что входит в стоимость всех наших квартир, бунгало, домов, которые мы строим. Обязательно полная чистовая отделка. Напольное покрытие – это керамогранит высшего качества, больших размеров 60 на 60 или 80 на 80. Гладкие стены с покраской, входная бронированная дверь, белые межкомнатные двери, встроенная кухня высшего качества, все шкафчики с доводчиками и рабочая поверхность с кварцевым камнем типа Селестон. Вся бытовая техника у нас также включена в стоимость. Полностью завершенные ванные комнаты с подогревом полов каждая, также душевые кабинки, умывальник, мебель, зеркало и освещение. Во всей недвижимости, также на террасе включено в стоимость освещение типа LED, в спальных комнатах встроенные шкафы. Если мы говорим о недвижимости типа бунгало, на участке или на солярии установлен душ и зона барбекю, а также солнечные панели. Мы стремимся сдавать наше жилье максимально пригодное для проживания. Вам всего лишь останется приобрести пакет мебели, заранее подготовленный нашим дизайнером, и получить ключи, использовать эту недвижимость. Всего вам доброго! С вами был Ян Вайнрух. Подписывайтесь на наш канал и ждем вас в гости в Испании.